Амбулаторія та медичне обслуговування людям. Фонд народного депутата України Сергія Клюєва допоміг відновити та відбудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини в селищі міського типу Ярова Краснолиманського району. Стрічечку перерізали урочисто високі гості – Олена Петряєва, заступник голови Донецької облдержадміністрації, та Сергій Клюєв, народний депутат України. Подарунок від народного депутата амбулаторія отримала сертифікат на комплект меблів. Яровчани тепер мають сучасне та оснащене приміщення медичного закладу. Воно прикрасило селище і надало можливість розвитку медичного обслуговування для мешканців. Зробили, благодаря ще стараниям Мінниченка Світлани Алімовни, яка зараз знаходиться на восстановление после операции. Она сегодня не смогла приехать, а в основном вот, непосредственно ее большими стараниями проходили экспертизы и занимались. И первые, в принципе, в районе с этих грантов, которые мы освоили, это вот сделали вот эту амбулаторию. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини Ярової останнім часом не щастило з головними лікарями. Вони не затримувались тут, бо селище не мало змоги забезпечити лікаря житлом. Про це натякнули Сергію Клюєву. Леонид Григорьевич, пока мы ехали в машине, у нас был такой разговор на предмет амбулатории, проблем, которые вокруг этого. И он так намекнул, что проблема есть, говорит, что доктора не задерживаются, нет нормального врача, потому что только кто-то приезжает, а потом уезжает, негде жить. Я, честно говоря, зная такой вот украинский характер Леонида Григорьевича, я уже понял, что меня ожидает. Да, так что морально уже к этому готов, и я обещаю, что в ближайшее время мы решим вопрос с жильем для будущего врача, либо для существующего, с тем, чтобы была, скажем так, квартира, которая закреплена за амбулаторией, пока работает, живет. Не хочет на поселок работать, значит не живет в этой квартире. Олена Петряєва зі свого боку пообіцяла амбулаторії всіляку підтримку. Эта прекрасная амбулатория еще раз свидетельство того, что помощь доступна, она приближена непосредственно к жителям вашего поселка. Помощь должна быть качественной, а для этого амбулатория должна быть хорошо оснащена. И я хочу вас заверить, что в этом году и средств государственного бюджета, и областного бюджета будут закуплены оборудование, и большая часть оборудования пойдет на первичную помощь в амбулатории ФАПы. Будет закуплен транспорт, пойдет транспорт в виде машин «Лады Нива» и велосипедов тоже в сельскую местность. Ада Вінніченко працювала у селищі 20 років медсестрою, сьогодні на пенсії, але в такій красі задоволенням попрацювала б ще, якщо була б можливість. Начался уже 71 год, и зараз бы пошла душою робити. Дуже хороший. Чего раньше такого не было? И топили, и месили, и гребли, и грузили, и в уголь, и все, и дрова. И одна была на село, а зараз дуже хорошо. Дай Бог, чтобы было столько, сколько положено по штату людей. Мешканці Ярової задоволені. Амбулаторія – то прекрасний подарунок, якого мешканці селища дійсно потребували. Тепер завдання для керівництва – укомплектувати штат. Амбулаторія чекає на медсестру та головного лікаря. Яровчани сподіваються, що скоро їх отримають. Сергій Клюєв вдячний усім активним та небайдужим людям селища та керівництву Краснолиманського району, адже завдяки їм стало можливим відновлення амбулаторії. Ми объединяем людей вместе вокруг каких-то целей, которые в основном это, конечно, социальные программы, те вещи, которые важны для какого-то поселка, для села, для города. Это детские площадки, это школы, это детские садики, памятники, фонтаны, освещение. Очень много проектов, которые действительно важны для жителя каждого региона.